Уважаемые гости нашего районного Дома культуры, всех приглашаем посетить экскурсию на выставку новогодних подарков, которая сейчас у нас здесь. Вы можете приобрести замечательные изделия из бельгийского шоколада. Очень вкусно и красиво. Вы даже не представляете, какой запах здесь. У нас очень много прекрасных сувениров, новогодних украшений, в том числе украшений для женщин. Серьги, кулончики, браслеты. Также у нас очень большой ассортимент мыла. Три замечательных мыловара представили у нас свою продукцию. Посмотрите, какие замечательные наборы. Свечи, мыло в упаковке, букеты. Вот здесь у нас представлены очень необычные экспонаты. Выполнены они из железа. Здесь у нас брелки-обереги и также украшения, выполненные из эпоксидной смолы, бисера. Большая коллекция новогодних шаров. На этом стенде представлено все, что служит украшению вашего жилища. Картины, различные подвесочки, в том числе и на елку, игрушки из фетра. Ну а тут размещена экспозиция наших ткачей из села Тюхтят. Тщательные стильные сумочки, чаи, свечи с натуральной вощины. Еще один мыловар. Такие прекрасные наборы. У нас их очень хорошо берут. Теплые тапочки, банные шапки, вязаные и валеные игрушки и сувениры. Здесь представлены работы из поселка Краснокаменск. Хорошие игрушки, связанные крючком тапочки, большое разнообразие деревянных сувениров, выполненных в технике лазерной резки. Все наборы из мыла очень хорошие, правда, совсем мало осталось. Корзиночки под ягоды, под грибы, под какие-то овощи. Недорого, стильно, красиво. Завершает нашу экспозицию выставка студии «Мастерград». Ребята готовились к Новому году, шили замечательные игрушки. Приходите к нам за покупками. Всех ждем!